Вопрос Алихсару Аниль Умра. Вот теперь, если человек был задержан от совершения умры, может ли он выйти из храма или нет? Как мы сказали, относительно этого единогласного мнения нет. Наоборот, есть что у нас? Разногласие. Первое мнение в этом вопросе, к которому склонился имам Малик. Говорит, «Захаба Маликун или Анналь Муатымира, Изамуни Аниль Бейт, ла ятахаллаль». Имам Малик считает, что если человек, который решил совершить умру и вступил в храм для совершения умры, Изамуни Аниль Бейт, то есть если его задержали и не пустили его в сторону Мекки, ла ятахаллаль, то что он не должен выходить из ихрама. Ляну ла яхафу альфават. Почему? Потому что он не боится чего-либо упустить. Он не боится упустить день Арафата и тому подобное. Для него все это нету. Твагу каули ибн Сирин. И это мнение также ибн Сирина. Второе мнение в этом вопросе. Вахадафагума аммату ль-улама. И противоречили им двоим, то есть имаму Малику и Мухаммаду ибн Сирину, все остальные ученые, подавляющее большинство ученых. Факалю и сказали лагу ан ятахаллала. Он может выйти из ихрама. Ляна набия саллаллаху алейхи ва саллям ва асхабаху инда нухсиру фи аль-худайби ятахаллалу. И говорит, довод на это какой? Ясный и очевидный. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижники, когда были задержаны в Худайбии, что сделали? Вышли из ихрама. Вакану муатамирин. И они как раз были теми, которые собирались совершить умра, а не хадж. Говорит, валь-айя назалят физалика. И этот аят был ниспослан как раз относительно чего? Как раз относительно умры. Вассаваба кавлю аль-джумур, валлаху алям. Поэтому правильным в этом вопросе является мнение большинства ученых, и одному Аллаху лучше известно. Значит, тот, который задержан при совершении умры и не смог добраться до Мекки, может он выходить из храма или нет? Выходить из храма может. Что касается того, кто задержан от совершения хаджа, может он выходить из храма или нет? Также может. Значит, как хаджи, так и тот муатамир, который совершает умру, оба они могут выходить из храма в случае, если они задержаны от поездки в Мекку. Далее. Значит, тот, который задержан при совершении умры и не смог добраться до Мекки, может он выходить из храма или нет? Выходить из храма может. Что касается того, кто задержан от совершения хаджа, может он выходить из храма или нет? Также может. Значит, как хаджи, так и тот муатамир, который совершает умру, оба они могут выходить из храма в случае, если они задержаны от поездки в Мекку. Далее. Выходить из храма в случае, если они задержаны от поездки в Мекку. Далее. Мекку. Далее.